Есть вот такой у меня термометр. 2 года назад, даже больше, уже, наверное, выписал из Китая, с магазина Тинадиаль, вот такой вот термометр. Цифровой. Вот. И что я могу сказать? Мне очень понравился. Удобный он. Чем удобны большие тут цифры, вот на циферблате, сразу показывают, сколько градусов в данном помещении или в данном. Значит, здесь имеется вот такой вот датчик. Вот он. Вот это вот. Вот он сам датчик показывает. Вот этот датчик. И передается сюда и показывает непосредственно, какая температура. Значит, я сразу скажу, замерял подмышкой, или как это, сколько градусов, значит, с тем градусником или термометром вот медицинским. Ну, разница буквально там 1-2 десятки, показывается, он ошибается. Вот. По сравнению с ртутным этим градусником или термометром, как его назвать правильно. В общем, вот такая вот штука у меня есть, значит, и мне она понравилась тем, что вот цифры такие вот большие, видно хорошо. И я и решил еще выписать себе в том же магазине парочку таких вот градусников, вот они, чи термометры, вот они, еще парочку я их выписал, значит. И что хорошо, значит, можно вот через щелочку тоненькая тут датчики, вот этот провод или как он идет, значит, он тоненький, можно через окно и на улицу и посмотреть, какая на улице, а непосредственно на окне здесь его можно приклеить насквозь двухстороннее на стекло или так положить где-то, и будет показывать температуру за окном. Вот для того, чтобы сравнивать, я еще парочку купил, теперь можно. Также можно в холодильнике замерить температуру, какая в холодильнике. Вот. Я зачем себе выписал, хочу пробовать, буду вот весной, для того, чтобы на даче заниматься там посадкой овощей. Вот. Хочу измерять температуру этой земли, при которой там находится, на какой глубине, буду замерять эту температуру. Вот для этого я выписал. Ну, что я могу сказать, значит, вот она, еще парочка такая, как кто-то говорил, еще парочку в собачьем сердце, как он говорил, еще парочку. Вот сейчас буду открывать и посмотрим, что там у меня находится. Ничего такого. Вот один. Ну, и этот я уже открыл. Вот, ну, ничего страшного. Вот он. Он уже показывает температуру у меня. Вот. Значит, что? Раньше, когда я вот этот выписывал термометр, аккумуляторы шли отдельно в пакетике. А сейчас они идут прям вставленные сюда, вот в сам корпус термометра, в саму. И там такая вот предохранительная пленочка, вот она. И аккумуляторы не задействованы. Вот, сейчас я вытяну и начну сразу показывать температуру. Ну так, сейчас берем вот так, оп, и пошел отсчет. Вот он, отсчет пошел. И, значит, сейчас мы сравним, сколько градусов, какая разница между ними вот здесь будет. Так, значит, этот сейчас свернем. Это, ну вот что, значит, вот здесь цифры большие, но они как-то не достают вот по краю поля вот этого, вот они не достают. А здесь вот мне не нравится, они покрупнее, но они вот сливаются с этим полем, рамочкой, сливаются вот с рамочкой. И их не, ну, как-то не очень-то мне нравится, допустим. Этот больше старого образца больше мне нравится, чем сейчас. В общем, сейчас я сверну точно так же, сделаю вот этот провод датчика, вот, и сравним, сейчас они пускай покажут нам, какая температура и тут здесь окружающая, вот, и сравним, значит, вот показания трех термометров, что они, какая у них разница в показаниях будет. Значит, здесь вот в коробочке прилагается инструкции, так вот так, сейчас я как-то надо вот положить, вот так вот их, да, вот,
Так, вот здесь есть инструкция. Пускай они здесь набираются. Одинаковая температура примерно будет. Значит, что в этой инструкции написано? А в инструкции здесь написано, что цифровой, я так понял, температуру меряет от минус 50 до плюс 110 градусов. Ну, я не проверял, не могу сказать. Вот, значит, температура, значит, как-то интересно тут тоже написано, работает он от минус 6 до плюс 50 градусов. Ну и влажность тут 5 до 80%. Точность показаний плюс-минус 1 градус Цельсия, да, получается. Плюс-минус. И показания 0,1 градуса, то есть там шкала. Питается от двух элементов LR44 по 1,5 вольта. Ну, и тут больше я такой. Это я так на догадку. Что тут такое написано? Ничего тут такого не написано сверху. Понятно, что работают они от аккумуляторов, вот таких маленьких. Ну, и сейчас будем... Как-то надо... Здесь вот лампа у меня греет. Значит, надо как-то их чуть подальше убрать, что ли. Вот так сюда положить. Как-то... Значит... Ну, подождем сейчас, сколько примерно полежат они здесь. Вот так можно... Можно даже вот так взять в коробочку, положить их вот так, чтобы не нагревалось так. Вот так я в коробочку... Положу их вот так вот сюда. Ну, а это тоже надо чем-то накрыть. Чем-то его накрыть надо, чтобы показывал одинаковую температуру. О, чтоб лампы здесь мои не нагревали. Вот так вот. Ну, и сейчас примерно... Сейчас я, значит, выключу камеру и посмотрим через там какое-то определенное время, сколько он будет показывать. Ну, вот прошло порядка 10 минут, и сейчас посмотрим, как показывают эти термометры температуру. Лед листиками бумаги еще тетрадами накрыл, чтобы свет и тепло отражало. Ну, примерно так. Вот старый, давнешний мой, 28,2 показывает. Теперь новый первый, 28,2. И это 29 показывает. Вот. Три. Примерно два показывают одинаково. Вот они. Один не хочет показывать правильно температуру. 29. Ну, может быть, чуть-чуть датчиком. Ну, в общем-то, небольшая тут разница. Если не брать десятый, значит, здесь 28,9. А здесь 28,2 сейчас показывает. И здесь 28,1. Так что... Ну, вот так. Ну, я не разочарован этим, так что буду примерно знать. Погрешь, погрешности десятых долей мне не надо. Главное, чтобы примерно плюс-минус 1 градус, это для меня будет нормально приемлемая температура. Вот и все. Вот такие термометры я заказал в магазине Киноидеаль. И пришли мне они вот в таких вот коробочках. Вот такие термометры. Вот и все.